Всем привет, друзья! Вы на канале «Звезды шоу-бизнеса». Все говорят, что развод с Еленой Степаненко пошел Евгению Петросяну на пользу. И это несмотря на длительный бракоразводный процесс и стрессовую дележку многомиллионного имущества. Рядом с новой молоденькой пассией юморист стал более стильным, моложавым и подтянутым. Однако отвергнутая жена тоже не стала унывать. Елена Степаненко продемонстрировала всю силу своего характера, когда взяла и похудела на 42 килограмма. В браке юмористка не могла избавиться от лишнего веса, а после развода значительно постройнела и похорошела. Прическу сменила стилиста. В общем, выглядит намного лучше, чем 20 лет назад. Заработанные за долгую и плодотворную гастрольную деятельность деньги Степаненко расходовала с умом. Часть потратила на оплату труда пластических хирургов, приведших ее внешний облик в порядок после радикального похудения. Часть денег пошла на обновление гардероба. Ведь теперь Елена Степаненко является ведущей авторской программы «Еще не вечер». Артистка не может себе позволить выглядеть в кадре плохо. Но остальные миллионы Елена Григорьевна планирует оставить единственной наследнице. Кто же эта счастливица, если известно, что своих детей у Степаненко нет? За годы брака с Евгением Петросяном артистка сумела наладить хорошее взаимопонимание с падчерицей Викториной. Да так, что та встала на сторону мачехи во время громкого бракоразводного процесса с отцом. Сейчас Викторине Петросян с 52 года. Женщина реализовала себя как организатор бродвейских шоу и постоянно проживает в Нью-Йорке. Падчерица неоднократно предлагала Елене Степаненко воссоединиться на чужбине. Но пока 67-летняя артистка не готова расставаться с телевизионными проектами у себя на родине. Да и с родным зрителем Степаненко расставаться не готова. В прессе активно муссируются слухи о том, что Елена Григорьевна не случайно так похорошела. Мол, трансформация произошла вовсе не из-за мести бывшему мужу, а благодаря новым романтическим отношениям. Члены съемочной группы программы «Еще не вечер» подливают масло в огонь, подтверждая, что у автора и ведущей шоу и вправду появился импозантный поклонник. По законам жанра имя счастливчика не афишируется. Зрители лишь позволили узнать, что мужчина этот моложе самой Степаненко, но незначительно. Тайный поклонник артистки занимается бизнесом и имеет весьма серьезное намерение. Однако сама Елена Григорьевна не спешит пускаться во все тяжкие. Юмористка пока не желает расставаться с жизнью свободной, независимой и самодостаточной женщины. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы первыми узнавать самую интересную информацию из жизни знаменитости. До новых встреч!